Мне в интернете пишут судьи. Мне в интернете пишут судьи, что поздно, мол, проснулся я. Пока жизнь убивали люди, я делал деньги для себя. Люди здоровье подрывали, на рок-концертах струны рвя. Я же только пахал, как лошадь, меняя жизнь вокруг себя. Поэтому я не имею права играть ни блюз, ни рок-н-ролл. Должен сидеть под лавкой тихо, чтоб не был слышен голос мой. Но мне сдается, эти вопли я слышу лишь от тех людей, что все проспали в своей жизни, только проспали с буквой «Р». Каждый из них когда-то думал, что времени еще вагон, что еще можно порезвиться, поповышать тестостерон, а на заводах и на стройках пускай и шачат дураки, они же будут развлекаться, для них работать не с руки. Им песни петь на рок-пирушках, думать про русский рок-н-ролл, косить от армии в психушках, стебать безмозглых дураков. Но ничего не изменилось с советских тех застойных лет. Все так же думают мальчишки, да и девчонки им в ответ. И даже взрослые ребята, которым лет по 50, про понедельник помнят свято, там снова жизнь можно начать. И как пример есть персонажи, как тот же Волощук СД, решивший с пенсионным стажем стать рок-звездой в нашей стране. Да и Сервантес Дон Кихота в 57 лишь написал. Поэтому гуляй, басота, времени точно еще вал. Все это так, но здесь ребята несколько фактов не учли. Что Волощук всю жизнь работал, доктора степень защитил. С нуля создал успешный бизнес, сотни создал рабочих мест, и цели он умеет ставить, и восходить на Эверест. И вот еще он научился верить в себя, причем всегда. Поэтому, друзья, посмотрим, будет ли из него звезда. О существенном и важном, о существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД. С вами говорит стихами, существенно и важно, доктор Волощук СД.